Саженцы черешни гибридной, донецкая красавица, Prunus aevium, высокорослое дерево, которое отличается приподнятой, широко-округлой кроной. Листья удлиненные, узкоовальные. После высадки в открытый грунт черешня начинает плодоносить уже на третий год. Цветет дерево обильно в мае месяце, урожай собирается уже в начале июля месяца. Данный сорт черешни отличаются крупными сердцевидными ягодами. Мякоть очень сочная, сладкая. Маленькая косточка очень легко отделяется от мякоти. Ягоды можно употреблять как в свежем виде, так и применять в кулинарии. Например, готовить соки, компоты или варенье. Черешня гибридная донецкая красавица – это дерево высотой 400-500 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка белая. Летом листва зеленая. Черешня гибридная донецкая красавица имеет средний срок созревания. Плоды имеют массу 5-7 грамм. Цвет плода красная. Форма у ягод округлая. Вкус сладкий, мякоть плотная. Важно, что черешня гибридная донецкая красавица самобесплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.